слаймер такой. Кто дома? Я купила много игр для челленджов. А! Алина! Весь дом в слаймах! Алина! Не дом, а слаймофабрика какая-то! В этом видео не ищите сходства ни с одним из слаймеров. Видео с юмором и даже с рекомендациями. А вы напишите в комментариях. Какого типа слаймера вы? Как же мало слаймов. Надо попросить у мамы купить еще. Мам, купи мне слаймов. Еще чего? Каждый слаймер такой. Надо мне сделать новый слайм. Давно я не делала. Клей есть, загуститель есть, пенал есть. Делаю! Хватит! Добавляю загуститель. Теперь я его покрашу. Краситель есть. Надо теперь его продать. Буду зарабатывать деньги. Для украшения дам блестящих бусинок. А для яркости добавлю светящийся мячик. Теперь сделаю фото. Сделала фото. Выкладываю на свою страницу в Инстаграм. Кто не подписался, подпишитесь на мой Инстаграм. Каждый слаймер такой. Тестируем слайм. Как он кликает? Думаю, на 9 баллов. Как он? Тянется на 8. Как хрустит? На 7 баллов. Наверное, он уже загустел немножко, так как я его 2 дня не трогала. Каждый слаймер такой. Это мне? Ну да, ты же хотела. Спасибо! Слаймер такой! Ребята, это покупной слайм. Давайте его посмотрим. Он похож на баночку меда. Смотрите, как он блестит! Мне напоминает он мед. Замечательно кликает. Тянется. И хрустит. Каждый слаймер такой. Как школьный секонд-хенд. Не делайте такого. Слаймер такой. А вы знаете, как убрать?
убирать слайм с волос? По моему опыту, слайм можно убрать с помощью зубной пасты и шампуня, так как зубная паста размягчает слайм, а шампунь смывает. Каждый слаймер такой.